Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков. Говорили о профилактике социальных явлений, которые могут привести к наркомании, о деятельности структур по работе с несовершеннолетними, об организации досуга молодежи и других проблемах. Хорошая новость. Уровень детской подростковой преступности по итогам 2014 года снизился на 20%. Результат убедительный и свидетельствует о том, что усилия всех заинтересованных сторон приложены в верном направлении. Особое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с молодежью из группы риска. Они состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Постоянно в поле зрения находятся иностранные студенты. Их в республике более 600. Помочь подросткам найти себе занятия, дать возможность зарабатывать собственные деньги – такой способ искоренения пагубных привычек всегда был эффективен. В 2014 году организовано 72 мероприятия с охватом 17 тысяч представителей молодежи. Это и студенческие отряды, это и волонтерские отряды, это вожатские отряды и так далее. Это направление, кстати, республика является пилотной площадкой Российской Федерации. По данным Госслужбы занятости Чувашской Республики, численность граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которые обратились за занятостью в прошлом году, составила 28 191 человек. Из них 91,4% получили работу, трудоустроились. Всем известно, что здоровый дух живет в здоровом теле. Сегодня около 60% детей и подростков республики вовлечены в занятия спортом. Тем не менее, потенциал многих спортивных объектов на все 100% еще не задействован. И эту ситуацию нужно исправлять, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.